В эфире Амурского областного новости, в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах. Под контролем региональных властей. В Райчихинске ввели режим ЧС локального характера из-за поломки одного из котлов. Ситуацию с резким похолоданием в квартирах 160 домов усугубил порыв на теплотрассе. Возбудили уголовное дело. В Сковородинском районе сошли 22 вагона, пострадавших нет. Морозы крепчают. В нескольких муниципалитетах Амурской области из-за минусовых температур отменяют пассажирские автобусные рейсы. Церковный праздник. 19 января в России отмечают Крещение Господне. Некоторые амурчане решили окунуться в Иордань. Их в области организовали в 10 местах. За безопасностью следят полицейские, медики и спасатели. Ситуация на котельной в Райчихинске на особом контроле региональных властей. В своем телеграм-канале отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. 17 января в муниципалитете ввели режим ЧС локального характера из-за поломки одного из трех котлов на котельной. На месте побывала наша съемочная группа. Продолжит тему Ирина Батина. Вот так у меня каждый день начинается. С утра включаем обогреватель и до самого вечера. Иначе как? Обогреваемся только так. Температура от 17-18, а у соседей еще и меньше. Ольга Калыгина на Музыкальной 32 живет 23 года. Говорит, что замерзать начали еще в декабре. В управляющей компании «Райчихинска» объяснили, что ремонтируют котел и пообещали устранить аварию в ближайшее время. Однако ситуация стала хуже, когда на улице похолодало до минус 35 градусов. Вот декабрь пережили, а в январе стало еще хуже. Сейчас просто невыносимо. Температура очень низкая. Дети, пожилые люди, все страдают. Носок двое одеваю, и тапочки еще. Спортивный костюм, под ним майка, понятное дело. Так, мне еще жилеточка есть такая, в общем, прикольненькая, тоже теплая. Ну, а спать приходится под двумя одеялами. В результате поломки котла пострадали не только жители 159 многоквартирных домов, но и 3 детских сада. В каждом сейчас работает только по одной дежурной группе для тех родителей, которым не с кем оставить детей. Правда, перед их приходом обогревателями температуру в помещении доводят до 19-20 градусов. Это необходимый минимум. По информации местной администрации, если ситуация не улучшится, работу детских садов ограничат вовсе. Выход из строя второго котла на котельной «Север», который произошел в первой половине дня 17 января, не единственная причина низких температур. Ситуацию усугубил порыв на теплотрассе по улице Центральной в ночь на 18 января. Его ликвидировали к обеду того же дня. Температура начала подниматься. Сейчас теплоноситель работает в штатном режиме. Объявленный локальный режим ЧС позволит ускорить ремонт и заключить договоры на работы без конкурсов. Там необходимо заменить практически все котловые трубы, потому что они пришли в негодность. И при запуске котла происходит утечка воды в котел, он затухает именно от воды. Если будут заменены все трубы, этот котел будет дальше эксплуатироваться. Предварительно составлена смета на ремонт котла номер 2. Нами была запрошена заявка в правительстве Амурской области на выделение финансовой помощи для производства этого ремонта. Также именно с бюджета города Райчихинска будет произведено софинансирование на выполнение этих мероприятий. И так как введен режим ЧС, будет это все экстренно и оперативно. То есть с единственным подрядчиком будет заключен договор на производство оперативно ремонта этого котла. По предварительной смете нужно 9 миллионов рублей, отметил министр ЖКХ Амурской области. Владельцем котельной является Райчихинская администрация. Глава муниципалитета рассказал, в местном бюджете средств только 4% от этой суммы. На период аномальных морозов министерство ЖКХ области договорилось о ежесуточной поставке почти 300 тонн угля повышенной калорийности на котельную «Север». Это поможет восстановить тепло в домах, и двух котлов будет достаточно для поддержания нормативных температур. Кроме того, областная городская прокуратура, также правительство Амурской области взяли ситуацию под личный контроль. Между тем, представители надзорных ведомств проинспектировали работу котельной и провели прием граждан. В рамках экстренного совещания дали несколько поручений. Мной прокурором города, значит, главе города внесено представление по поручению исполняющего обязанности прокурора области, значит, которое будет рассмотрено незамедлительно. И будут приняты меры для того, чтобы, значит, котельные, два котла на котельной продолжали бесперебойную работу. Представление будет главой рассмотрено, и соответствующие меры к виновным должностным лицам будут приняты. Кроме того, в декабре прошлого года, значит, мной были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении директора управляющей компании.
которая управляет непосредственно котельными, это ООО «Тепловодоканал», и в отношении юридического лица. Кроме того, в декабре этого прошлого года, значит, состоялось судебное решение по нашему иску о необходимости бесперебойной подачи тепла населению. И это решение сейчас контролирует служба судебных приставов. Редакция Амурского областного будет следить за ситуацией в городе угольщиков. Подробности осветим в оперативном режиме. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. По факту схода вагонов в Сковородинском округе возбуждено уголовное дело. Для координации работ организован оперативный штаб под руководством начальника магистрали. Причины схода устанавливаются. Сход 22 вагонов произошел 18 января в 7:30 утра на перегоне Джиктанда-Талдан Забайкальской железной дороги. Люди не пострадали, угрозы экологической безопасности нет. Из-за ЧП задержаны пассажирские поезда сообщением Нерюнгри-Хабаровск, Владивосток-Москва. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пассажиров до следующей станции доставили автобусами. После они продолжили свое следование. Ликвидация последствий организована силами Забайкальской железной дороги. В настоящее время задержано два пассажирских поезда. Жизнеобеспечение пассажиров организовано. Ориентировочное время восстановления движения к 20:00 18 января. Из-за аномальных морозов в области ограничивают движение пассажирских автобусов. 18 января временно отменили вечерний рейс к Благовещенск-Талакан. В Тындинском округе временно закрыто движение по участку автострады Лена в районе поселка Беленький. Проблемой здесь является образовавшаяся на дороге наледь, представляющая опасность для участников движения. По предварительным данным, запрет действует до 1 февраля, а в Магдагачинском районе из-за сильных морозов и риска поломки транспорта временно до 22 января приостановлено автобусное пассажирское сообщение с поселками Гонжа, Гудачи, Сиваки, Ушумун, Челганы, Черняева и Тыгда. Губернатор области Василий Орлов в своем телеграм-канале поддержал решение местных властей по временной отмене работы транспорта, поручил оперативно информировать об этом население на всех доступных ресурсах. По прогнозам синоптиков, аномальные холода продержатся в области неделю, и в это время жители региона призывают воздержаться от дальних поездок. В ночь на 17 января директор Норской школы Николай Синчишин пришел на помощь попавшим в беду автопутешественникам. Они ехали из Акимчана в Вожаевку. Возле Норска вышел из строя двигатель, и семья с двумя детьми едва не замерзла на дороге. Тревожный звонок директору школы поступил от сотрудников местного МЧС. Я не считаю, что это там что-то сверхъестественное. Просто даже услышал, что в машине дети. Для меня это уже было все. Нужно реагировать, потому что я знаю, что такое морозы. И сколько можно на таком морозе провести времени, чтобы начать получать уже обморожение. Подскочил, машину прогрел, завел. И уже после, где-то в течение 17 минут после звонка, уже был на месте. Приехал. У людей отказал двигатель в машине, но я быстренько их пересадил в свою машину, они сели, у меня уже нагрето было, но вижу, водитель переживает, что на трассе машину тоже бросать, там и вещи, и все. Я позвонил товарищу, он подъехал, мы где-то простояли, грубо прождали его минут тоже 20. Я их сразу привез в Норск, к себе домой. Уложил. Парень позвонил отцу, отец выехал за ним с Вожаевки. И где-то в 7 часов отец за ними подъехал, забрал обратно Вожаевку. Аномальные морозы, пришедшие в Приамурье, продержатся в регионе всю неделю. Синоптики прогнозируют снижение среднесуточных температур на 7 и более градусов. Такая погода не останавливает работу многих служб. Специалисты вынуждены находиться на улице. Как уберечь себя от сильных холодов и не получить обморожений, расскажет Юрий Камышный. Элементарно, Ватсон! Что на мне? Во что я упакован? Как не замерзнуть в сильные морозы, самый известный дворник страны знает точно. Его профессия подразумевает нахождение на улице по несколько часов в любое время года. Чтобы не замерзнуть в холода, Сергей Нефашев утепляется максимально. Несколько кофт, теплые штаны, обувь, бушлат, шапка, и можно приступать к работе. Когда натуральная хлопковая
хлопковая ткань, поверхность, когда натуральная шерстяная подкладка, шинельная, вот она, полностью. Такие же точно штаны. И я, будучи дворником, часами провожу на улице, в работе, конечно. Строительство многоэтажек не прекращается даже в трескучие морозы. Рабочим нужно уложиться в график, чтобы сдать объекты вовремя. Но с наступлением холодов жизнь на площадке меняется. Первая техника заходит после восхода солнца, когда проходят пики минусовых температур. При этом всем сотрудникам выдали дополнительное обмундирование. Сейчас, вот именно сейчас, вот аномальные морозы по температуре. На рассвете, как правило, у нас самые отрицательные температуры. Выдерживаем эту паузу, либо какие-либо там вспомогательные работы делаем. Потом приступаем. Чтобы процесс не встал, строители используют свои хитрости. На площадке на всякий случай находятся тепловые пушки. При необходимости разворачиваются защитные пологи. А чтобы не замерзал цемент, используются специальные присадки. Рабочие нашей организации обеспечены спецодеждой зимней комплектации. Для возведения, допустим, кирпичной кладки мы используем при приготовлении раствора противоморозной добавки. Добавки позволяют работать до минус 25. Но все-таки даже при соблюдении этих элементарных мер безопасности, если долго находиться на улице, можно получить обморожение, говорят специалисты. В легких случаях первую помощь можно оказать в домашних условиях. Не нужно согревать руки и ноги в кипятке, в горячей воде. Вот. А тем более там над открытым огнем или чем-то еще. То есть лучше всего обмотать руки и ноги, пораженные холодом, да, мотать чем-то теплым, ну, сделать по типу таких теплых сухих компрессов. Если же симптомы обморожения не проходят и дают осложнения, в этом случае необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью к медикам. Юрий Камышный, Юрий Кантомиров, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. На предмостовой территории международного моста Благовещенск-Хэйхэ начал дежурить дорожный патруль. Экипаж обеспечивает безопасность транспортного движения. Теперь специалисты патрулируют не только дороги в Благовещенске. Контроль по соблюдению правил дорожного движения они ведут на региональных и федеральных трассах. Продолжит тему Руслан Козловский. Дорожный патруль может измерить скорость не только у попутных автомобилей, но и у встречного транспорта. Все нарушения фиксируются в зоне действия дорожных знаков. Данные с комплекса передаются по беспроводным защищенным каналам связи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в режиме реального времени. С 1 января у нас изменились маршруты работы экипажа службы дорожный патруль. Данные экипажи выведены на региональные дороги и федеральные дороги. Вот. Участки концентрации аварийности у нас будут обозначены такими знаками 8.23, это фотофиксация, а также будут установлены информационные щиты, что ведется контроль соблюдения правил дорожного движения мобильными комплексами. Автомобили оснащены 6 камерами. Это позволяет создавать полный круговой видеоконтроль в 360 градусов. Видео с прибора отображается на планшете, установленном в салоне патрульного автомобиля. Основные нарушения, которые у нас идут как... при которых совершается ДТП, это превышение скоростного режима. То есть ежедневно у нас экипажами выявляется более 100 нарушений скоростного режима. Самое крупное нарушение, которое фиксировал экипаж за время работы, это движение автомобиля 175 км в час при допустимой 90. Сам патруль будет курсировать на участках с наибольшей концентрацией аварий по итогам прошлого года. Были выявлены места концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. По федеральным автодорогам один участок на автомобильной дороге Амур в Магдагачинском районе, два участка на автодороге подъезд к городу Благовещенск, один из них в Белогорском муниципальном округе и второй участок между Белогорским и Ивановским муниципальными округами. И также один участок был выявлен на автодороге Лена в Тындинском муниципальном округе. Кроме этого, зарегистрировано одно место концентрации ДТП на автодороге регионального значения Благовещенск-Свободный в Свободнинском районе. На предмостовой территории международного моста Амур дорожный патруль начал работу 17 января. Экипаж обеспечивает безопасность движения. Руслан Козловский, Михаил Величкин, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.
В Амурской области оборудовано 10 мест для крещенского купания в Зее, Свободном, Сковородине, Тындице, Алковском, Тамбовке, Толокане, Бурее и Благовещенске. В областном центре для желающих окунуться работают купели в Белогорье и по Амурской-1. На всех площадках организовано дежурство медиков, спасателей и полицейских. А 19 января жители областной столицы могут набрать святую воду на территории двух храмов с 10 до 19 часов. Возле храма Святой Ксении Петербургской, а также Кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы. Какую амурскую выпечку полюбил известный писатель Антон Чехов? Как с этим связано выражение «закатать губу»? Что такое видеолекция на тарелочках? Об этом и не только во время необычной экскурсии узнали 10 ребят, которые сегодня проживают в Благовещенском детском доме. Все они приняли участие в областной акции «Стань Дедом Морозом». Коллективное письмо о мечте побывать в музее Калачной с елки желаний снял губернатор Василий Орлов. Подробнее в материале нашего корреспондента Екатерины Талалай. Сверху посыпали и для верности пальчиком вот так всю ее распределили внутри. Зачем нам нужно, чтобы... Зачем мы смазываем? Чтобы она сейчас не слиплась. Да, чтобы оно не слиплось и чтобы во время выпекания губа приподнялась. Как раз оттуда и пошло выражение «закатать губу». Это часть калача. Кстати, на Руси он считался пищей богачей. Стоил дорого, потому что изготавливался вручную. Но так как эта выпечка имеет свойство быстро черстветь, к концу рабочего дня цена падала. Беднякам тоже кое-что перепадало. Вообще-то эту часть не едят, выбрасывают, потому что за нее держат этот хлеб. Так что люди совсем без денег доходили до ручки. Ксюша, Ксюша, Любочка из Плюша, точно. Мастер-класс по изготовлению калачей – первая часть экскурсии. Пока выпечка зреет в печи, ребят приглашают на чаепитие и необычную интерактивную лекцию. Прямо на тарелке проецируется презентация об истории этого любимого русского лакомства. Памятник калачу установлен в Муроме. Почему именно там? Потому что с Мурома начались на Руси калачи. 800 лет назад это был крупнейший торговый центр на перепутье торговых дорог. Качество амурских калачей по достоинству оценил писатель Антон Чехов, когда в конце 19 века совершал путешествие на Дальний Восток и заезжал в Благовещенск. Современный музей калачный открылся в сентябре 2021 года. Расположен в историческом здании в подвале бывшего магазина купца и мецената Чурина. Только в месяц на этой экскурсии в среднем бывает до 500 туристов. Ежегодно наше учреждение участвует в акции «Елка желаний», да, и в этом году одним из пожеланий ребят стала поездка в музей Калачную. Наши дети были уже в этом учреждении, да, в музее, но другие детки. И вот рассказы других ребят, да, вдохновили этих деток на то, чтобы загадать это желание и посетить музей. В роли доброго волшебника выступил губернатор Василий Орлов. Именно он снял письмо с мечтой ребят с елки желаний. После этой экскурсии мне больше захотелось как-то готовить. Стремление к готовке у меня было с детства. Получается, когда я готовлю, выпекаю, неважно, получается, у меня удовольствие. Я от этого счастлива. Илона мечтает в будущем поступать на повара-кондитера, так что для нее желание в рамках акции «Стань Дедом Морозом» имело особое значение. Калачи получились очень красивые. Я вот только со стороны глянул, сразу увидел, что у нас все получилось хорошо. Калачи собственного приготовления ребята заберут с собой. Кстати, тесто они не замешивали, только раскатывали готовые колобки и формировали. Рецепт пекари держат в секрете. Он восстановлен по старинным книгам. Место пользуется популярностью, и у нас бывают люди и из других регионов. И если вы знаете, в Коломне есть музей калача, и наш создатель вдохновлялся именно этим музеем. Но у меня было 3 или 4 группы из Подмосковья, и те, кто был в Коломне, говорят, что у нас интереснее. Губернатор, в свою очередь, пообещал поддержку этому необычному музею, потому что подобные места важны для туристической привлекательности нашего региона. Екатерина Талалай, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Этот материал завершает выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.